Крымчане обращается председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксенов. Дорогие друзья, дорогие россияне, поздравляю вас с этим знаменательным днем. Мы добились этого вместе с вами. Я хочу от души поблагодарить вас за поддержку, которую вы оказали нам. Вы поддержали нас в самый сложный момент. И благодаря вам мы приобрели мужество и уверенность. Я хочу поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Низкий поклон ему. Я хочу поблагодарить россиян, которые поддержали нас в сложную минуту, которые были рядом с нами и которые морально и физически поддерживали нас тогда, когда это было нам необходимо. Я хочу поблагодарить крымскую самооборону, которая проявила мужество, тоже и силу духа. Сложный момент. Ура им, товарищи! Я уверен, что мы с вами уже будем жить в новой стране, в новом Крыму, счастливо. Мы будем жить так, как хотели наши деды, хотели наши отцы. Как мы с вами мечтали об этом. Это справедливо. И мы этого заслужили. Праздником вас, дорогие друзья! Дорогие друзья, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В честь образования в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения, города-героя Севастополя, постановляю произвести 21 марта 2014 года в 22 часа по московскому времени праздничный салют из 30 залпов в столице Российской Федерации, в городе Москве, в городах Симферополе и Севастополе. Счастье, 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 сч
прикольно. Ансамбль «Джаз» «Рандеву». Браво!